Я еще хотел, знаете, вам это, ну что для этого, для истории, что после войны вы работали главным бухгалтером на одном из заводов, на одном из главных предприятий, созидательных предприятий, завода ЖБИ. Да. Это... Главным бухгалтером. Ну, главным бухгалтером. Вот скажите, что. Там, значит, это же завод ЖБИ. После войны все колхозы были разгромлены, разбиты немецкими фашистами. Надо было помещение делать, помещение для скота. И строить наш дома. Завод выпускал железобетонные изделия всяких конструкций для строительства помещений в колхозах, совхозах района. Железобетонные изделия. Настроили домов. И этот микрорайон называется МСО ЖБИ. Нет, ЖБИ. Улица строителей. ЖБИ отдельно зовут. Не, ну я знаю, я говорю, это микрорайон. Микрорайон, да, ЖБИ. МСО ЖБИ. И здесь живут в основном строители, которые работали на заводе. И улица называется улица строителей. Нет, сейчас их уже мало осталось. Осталось мало. Уже умерли. Есть механизированная строительная организация, МСО. Да, МСО, да. Она строила колхоз. Да. Расшифровка МСО. Межколхозная строительная организация. Да, строительная.